Квант 524. Ни при каком натуральном m число 1978 в степени m минус 1 не делится на 1000 в степени m минус 1. Хорошо, запишем. Пускай 1978 в степени m минус 1 делится на 1000 в степени m минус 1. Тогда если мы из этого вычтем 1000 m минус 1, то оно тоже должно делиться на 1000 в m минус 1. Если число a делится на число b, то a минус b тоже делится на b. Да. Хорошо. Так, единички у нас сокращаются. Получается, что уничтожаются. И получается, что число 1978 в степени m минус 1000 в степени m должно делиться на это. Да-да-да. Хорошо. Отсюда 2 в степени m. И посмотрим, что будет в скобке. Это 900. Не 2 в степени m. 2 в степени m. 2 в степени m, да. Хорошо. Вот это число нечеткое. Значит, вот это уже должно делиться на 1000. F минус 1. 1000 в степени m минус 1. Да, потому что степень двойки никакого отношения не имеет. Так, но это невозможно, так как то, что в скобках, у нас всегда меньше вот этого.